Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Кто давно следит за моими видеоуроками, особенно по WordPress, знает, что у меня ранее был огромное видео 5,5 часов на очень популярную и мощную тему для WooCommerce, не только под названием Woodmart. Я смотрю, тенденции таковы, что тема действительно популярна, действительно много людей ей интересуются, и с тех пор, когда я записал видео, прошло много времени, разработчики очень мощно обновляют эту тему, добавляют, меняют интерфейс, много что там поменялось, и я решил сделать сериал короткими уроками на разные аспекты данной темы, буду освещать для вас. И начнем по порядку. Это видео будет о русификации, именно первое видео этого сериала, потому что лучше сначала русифицировать, чтобы потом видеть все шаги установки, то есть как установить эту тему и так далее. Для тех, кто впервые с ней знакомится, тема продается в магазине Envato Market, стоит оно, как обычно, $59. О вопросах, как это, что, где купить, почем купить из России и так далее, для тех, кто еще не в теме, уже есть разные сервисы, люди, которые производят оплаты, то есть некие услуги, да, за процент могут вам купить что угодно. Поэтому поищите в интернете, где можно, у кого, через кого можно это купить, или, может быть, у вас есть знакомые, родственники, там, через заграничную карту. Это все сейчас не проблема. Данная тема, чтобы вы понимали, то есть кто смотрит это впервые, вы хотите себе интернет-магазин, то я рекомендую только эту тему. Ну, конечно, есть и другие хорошие темы, но эта тема просто, в ней все, есть все, что нужно. Она поддерживает самый главный Elementor, она поддерживает WooCommerce и много чего еще. И из одной темы вы можете сразу получить готовый макет. Это все один и тот же шаблон, просто с разными макетами. То есть можно либо с нуля создавать сайт, либо сразу накатить готовый макет и просто его отредактировать под себя. Можете просто кликнуть по любому макету, посмотреть демонстрацию сайта, как он выглядит наполненный. Все ссылки я буду оставлять вот на эту страницу, на следующие полезные ссылки я буду оставлять на своем сайте fedorvasiliev.com, в описании ссылка будет. И первое, что нам нужно сначала русификатор получить, русификатор данной темы на компьютер сначала скачать. И мы с вами перейдем вот на такую страницу, страница документации. Опять же, ссылка будет также в моей статье на моем сайте. Здесь мы находим в самом низу перевод. И нам нужен вот эта первая ссылка «Перевод темы». Заходим сюда, прокручиваем ниже, находим ссылку «Как скачать и установить». Вот по этой ссылке мы переходим. Здесь мы находим с вами русский язык. Вот он, русский. Нажимаем прямо на русский. Здесь какие делаем операции. Вот здесь у нас выбрана, видите, вот эта строчка по IMO. И здесь мы нажимаем на ссылку «Экспорт». У меня это скачалось, видим, на компьютер. И еще один файл локализации. Вот этот выбираем «Mo» и нажимаем тоже «Экспорт». Этот файл тоже улетел на компьютер. Теперь это все нужно загрузить к нам на сайт. Опять же, у вас должен быть уже установлен WordPress. Вот у меня стоит чистый сайт. Установил WordPress. Практически здесь ничего больше нет. И файлы мы будем закидывать с вами через хостинг-панель. У меня хостинг Bigget. Кому интересно, ссылка на хостинг тоже будет в описании. Заходим в корневую папку нашего сайта. Далее путь у нас уже будет одинаковый. Что у меня, что у вас. Заходим в wp-content. Дальше заходим в language. И заходим в папку тем. Вот в эту папку. Открываем. И загружаем. Я нажимаю «Загрузить файлы». Два файла я перетаскиваю в область загрузки. Нажимаю «Загрузить». Файлы загружены. И «Закрыть». Еще есть документация, что мы забыли с вами сделать. Вот здесь вот сказано, что нам нужно переименовать файлы. Вот эту штучку надо подписать. Это можно сделать также прямо здесь. Либо, если удобно, это можно сделать за компьютером. То есть нижнее подчеркивание ru.mo. И то же самое надо сделать здесь. Вот таким вот образом. После того, как вы подписали, заменили ru на конце и оба файла закинули туда, куда я показал, ваша тема уже будет на русском языке. Даже когда мы только начнем ее устанавливать, процесс установки, рекомендации, там несколько шагов будет установки, мы это уже будем с вами видеть на русском языке. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны.
сайт у вас готов, но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов, я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Thank you.